Как надоело одежду одевать реборну? Одно и то же только. А что ты предлагаешь? Давай будем одевать что-нибудь другое. А у нас же кроме этих нарядов ничего нету. У нас же есть меньшая сестричка. Вот у нее и возьмем. А если она не разрешит? А мы у нее спросим. Софиечка, можно мы твои вещи возьмем? Молчание – знак согласия. Молчишь – значит разрешаешь. Вау, сколько одежды! Вот это мы своих кукол переодевать будем. Ого, как много нарядов. Так, Лиза, ну чего ж мы ждем? Давай быстрее выбирать. Сейчас я примерю вот это красивое плащечко для своего реборна. А я вот это для Регибона. А заодно проверим, кому больше подходят детские вещи, Бэйби-Бону или Реборну. Мне так кажется, что Реборну больше подойдут детские вещи, потому что Реборн по росту как ребенок. Ну вот и посмотрим, кому больше подходят. Подошло это платье. А мне кажется, что оно немножко великовато. Вот на реборн платье идеально подошло. Смотри, какая модница. Что, Сонечка, пойдем на бал? Не пойдем. Ева, давай еще по одному наряду возьмем. Давай. Пошли. Так, что ты выбираешь? А сейчас померяем, подходит ли человечки. А у тебя что, Лизочка? Вот. О, какая красота. Смотрите, ребята, каким хорошо подошла детская одежда. Дедюди! Так что, ребята, запомните, если у вас есть маленький братик или сестричка, то вещи для своих кукол или реборна, или Бэйби-Бона покупать не обязательно. Какие-то... Потому что детские вещи подходят замечательно.